Всем привет, друзья! С вами Ниломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Вот она. Сегодня мы поиграем в карту Hello Neighbor. Привет, сосед. Поиграем в карту про фильм «Оно». Про клоуна. Помните такого клоуна? Такого злого клоуна. Эту карту мы сейчас будем обозревать. Итак, поехали. Почему-то сосед тут плачет. И это уже странно. Сразу же. Сразу же странно. Что это тоже какие-то непонятные сооружения, похожие на солнечные батареи, что ли? Что это такое, как вы думаете? Мне кажется, это плитка какая-то, но очень даже похоже на солнечные батареи. Почему-то плачет сосед, стоит, к которому я подойти не могу никак. Как будто какая-то стена тут преграждает мне путь. А тут что? Ой-ой-ой, кажется, как раз здесь, смотрите-ка. Вот он, клоун из фильма «Оно» лезет, пытается ко мне долезть, вылазит и хочет меня туда затянуть. Hide here, он тут спрятался. А, он меня затянул к себе. Вот он, это же клоун. Ну, честно говоря, на клоуна он не особо похож. Но где-то что-то есть, схожесть небольшая есть. Воу, что это вообще случилось? Я текстуры поменял. Назад, назад, вот так было все. Вот какой он. Клоун за решеткой, сосед. Сосед, ты понимаешь, что ты в ловушке? Но я надеюсь, что он сейчас тут не откроется, что мы сможем от него сбежать. Вот такой вот наш мистер клоун. Ладно, топаем. Лодка. Лодки я в фильме не припомню. Хорошо, бежим тогда в эту сторону и глянем, что здесь будет в конце туннеля. Он, по-моему, вообще не открывает решетку. Как-то могу я ее открыть, чтобы он за мной начал бежать или нет? Или в этом и заключается вся карта? А ну-ка, нет, он не открывает. Не открывает эту решетку. Тогда бежим, бежим. В конце туннеля что-то должно быть интересное, по идее. Глянем, глянем сейчас. Опа. Я нашел лом. Возможно, я могу ломом освободить этого клоуна из заперти. Но вряд ли. Мы же можем ломом только эти самые... мы можем гвозди от досок отковыривать. Помните же? Нет, мы это все не можем вскрыть. Значит, бежим в конец туннеля и глянем, что будет там. Побежали, побежали, побежали. Можем даже подпрыгивать. Быстрее, быстрее. Так, ну вот, собственно, всего один гвоздь. Что? Exit. Неужели это конец карты? А нет, еще не конец. Тут что-то еще есть. Так, сосед, по-моему, не бежит, но лучше я закрою. Кстати, можно с собой взять... Стоп. Можно... Сейчас покажу. Опа. Можно взять с собой даже доску. Вдруг пригодится. Всякое может в жизни случиться. Вот, например... Что это такое? А, это тень. Это тень. Бросим в нее доской. Никак не реагирует. Ломом. И лом никак... Смотрите, лом как будто бы в воду падает, но он все равно как будто мы на поверхности стоим, и у нас все хорошо. Так, он только нас устрашает, пугает, но ничего это такого не, в принципе, нам плохого не делает. Тут снова какие-то двери. Чего они такие растянутые? Непонятно. Открываем. Открываем. Чикс. О, все, игра закончилась. Как? Какая маленькая игра? Это слишком маленькая игра. Слишком маленькая карта. Неужели она реально такая короткая? Ладно, сейчас мы тогда сделаем следующее. Не будем двигаться к соседу, не залезем к нему, а попробуем куда-то зайти еще в какие-то другие здания и посмотрим, что здесь можно еще... О, нет, оно меня забрасывает по-любому сюда, к соседу, по-любому. Хорошо, раз вы так со мной поступаете, я использую читы, и сейчас я призраком буду. Вот, я к соседу прям в камеру залез, прям сюда, и сейчас посмотрим, куда меня... Ага, вот, смотрите-ка, когда я сюда подхожу, меня перебрасывает сразу вот на эту позицию. Вот, с этой позиции, вот он тут ковыряет, 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 и пытается всех детишек себе затянуть туда, в подземелье туда. В пропасть, гляньте, как он рукой тянется, тянется, такой тянется. О, тебя сейчас ловлю. Такой злой. Смотрите, как он тянется рукой своей клешней желтой. Это клоун. Ну, на клоуна он, в принципе, похож. Ему не хватает только красного носа такого. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще можно найти. Машина, автомобиль. В принципе, здесь мы, наверное, можем включить команду уже, чтобы мы бегали пешком и осмотреться, что тут можно достать. Опять? Меня перенесло опять, снова. Тогда опять уходим. Уходим снова читами, надо как-то осторожно двигаться, может быть, даже подальше немного отлететь и здесь вот так нажать, чтобы туда, если мы подойдем, нас сразу он туда рукой своей затягивает вниз. Нам этого совсем не надо, нам нужно лучше изучить город, посмотреть, что здесь можно еще найти. Кстати, какая-то трава странная, похоже... Как будто бы болото. Так, ну дома здесь сделаны красиво. Проставляли по бокам домики. Идешь такой, как будто бы по улочке. Как все, ой, как будто бы по улочке и сквозь ступеньки прошел. Ладно,
Так, госпиталь, ага, вот откуда эти дома. Что-что? Расшая школа Равони Ручьи. Манекены, чё они тут все падают? Манекены дерутся! Почему они дерутся? Я не могу понять, что у них тут за неполадки, что у них тут за драки получается. Они реально сражаются и что-то выясняют друг дружкой. Почему? И в чем их не проблемы вообще? Почему они так себя ведут нехорошо? На ступени я даже не могу запрыгнуть. Ну, карта, по сути, еще не совсем доработана, я так понял. Но, в принципе, интересно было. Перенесли в подземелье нас. Такое, скажем, в канализацию. Так, двигаемся и еще изучаем что-нибудь. Может быть, что-то еще интересное здесь найдем. Здесь, наверное, разработчики остановили свою разработку. Больше ничего такого примечательного я здесь не вижу. В дом хотя бы могу зайти? О, в дом могу залезть. Это уже, слушайте, какой-то знакомый дом, вам не кажется? Какой-то альфы. По-моему, с альфы или с беты второй, или с альфы второй. Там был такой дом у нас был. Ванна здесь, по-моему, стояла или унитаз. Вот здесь был унитаз, точно-точно. А здесь была ванна. Все, я вспомнил. А тут я не мог зайти наверх, потому что здесь было закрыто. Здесь была дверь стояла. Не мог туда зайти, по-моему. Сейчас здесь дом просто такой какой-то нежилой, скажем так. Никто здесь не живет. Что ж, бежим до конца карты. И, возможно, сейчас свалимся с конца земли. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Так, на краю земли, я на краю земли. Могу сейчас свалиться, но, в принципе, этого делать не надо. Что еще надо тут посмотреть? Ну, наверное, то, что... в принципе, подойти к этому клоуну самому, там, где стоит сосед и плачет, надо разобраться, почему он плачет. Так, напишем команду какую? Призрака. Так, и залетим еще в этот дом загадочный. Почему здесь такая большая... Большая площадь. Для чего это здесь так сохранили? Наверное, для экспериментов каких-то? Не знаю пока что. Но интересно. Опа, а это что такое? Стоп, я здесь был или нет? Не могу вспомнить. Какие-то еще человечки. По-моему, я здесь не был. Давайте напишем Валк. Побежим. Опа, не разбился. Я думал, сейчас еще упаду. Это что, тоже манекены? Что они здесь делают? Это же не школа. А, да это же все... Это все клоуны, что ли? Нет, это не клоуны, это просто сосед. Или это клоун? Нет, это просто сосед, который идет. И их очень много. Почему их здесь так много? Не могу понять, и они все дерутся. Они все злятся и кулаками. На тебе, карате. Один валяется. Один почему-то постоянно падает, а остальные... Остальные как будто бы... Ух ты, они разную механику показывают. Он злится, он как будто зомби, он бьет кулаком. Что это все значит? А ты ударить меня можешь? А ну-ка покажи. Покажите класс. О, бумц. Нет, он меня ударить не может. Ладно, что здесь? Могу ли я по этой дорожке пробежаться? Что-то новенькое найти? Оказывается, эта карта таит в себе много загадок. А, это конец. Вот сюда мы с вами приходили, по этому туннелю. Там нас засасывал, получается, не сосед, а клоун. К себе в канализацию нас затягивал. А вот тут уже был конец. Если я здесь открою дверь, то это уже сразу меня выбросит, скорее всего. Надо залететь наверх, глянуть, что там еще есть. Наверху, на этой площадке, на этом здании, сверху. Так, вот так. И теперь нужно нажать обратно в Валк. Бомц. Все, бежим. Стоп, я сейчас где стою? По-моему, я дальше летаю. Так, снова Валк. Опа. О, теперь стою. Теперь бежим. Теперь все в порядке. Значит, это, по-моему, госпиталь был. Вот здесь соседы. Один падает, остальные дерутся. Драчуны такие. Так, здесь что? Как-то тут скользко становится на этом здании, если я вам скажу. Скользко. Но и небезопасно. Тут везде царит опасность. Городок очень-очень подозрительный. Я могу, наверное, перепрыгнуть на тот дом. Но если я туда перепрыгну, я, скорее всего, разобьюсь. Поэтому я не буду рисковать. Я использую команду призрака и сюда спущусь аккуратно. Посмотрю. Мне еще очень интересно, что будет, если я, к примеру, смогу ли я вообще нажать... Кто тут трясет автомобиль? Вот это мне интересно. Так, подошел вплотную. Пишу Валк. Так. Нет, нельзя открыть багажник. Я очень хотел открыть его. Наверное, нельзя. Меня сразу снова в канализацию засосали. Сразу же. Сразу же, моментом. Так, хорошо, теперь пишем команду опять призрака и летим наверх, еще что-нибудь поизучаем. Ага, я вспомнил, я хотел изучить более подробно
машину, это первое, да. Что ее трясет, интересно. Почему она трясется? По-моему, она как будто бы застряла. Так, интересно. А еще мне хотелось посмотреть, почему сосед тут плачет. И что здесь еще за автомобили стоят? Были ли такие автомобили раньше у нас в других сериях или нет? По-моему, были. По-моему, новых никаких автомобилей я не вижу. Хорошо, тогда подойдем еще к соседу, попробуем. Гляньте-ка, вот, он тоже дерется, он тоже машет кулаком и пытается наказать нашего плачущего соседа. Почему ты... Оу, я подошел к соседу, и игра закончилась, что ли? Не может быть. Ну ладно, раз уж игра закончилась, значит она закончилась. В принципе, мы эту карту сделали такой обзор небольшой на карту. Если вдруг вы знаете еще какие-то интересные карты, то пишите в комментариях, я их попробую поиграть, посмотреть. С вами был Ниломоб, мы увидимся в следующих совсем скоро сериях. И до скорой встречи, пока-пока. Да, кстати, и пока вам от овечки по имени Цезарь. Машет вам ручкой, машет.